Меня зовут Наталья Радомская. Мой канал предназначен для тех, кто хочет комплексно подойти к решению проблемы, а также наладить свою личную жизнь. В настоящее время есть много тренеров, психологов, коучей, которые стараются в узконаправленном ключе решить проблему. Например, как стать лучшей любовницей для мужчины, что нужно в постели лучше, там, как стать какой-то незабываемой фурией, там, ну, в хорошем смысле. Конечно же, если мужчина не обращает на вас внимания как на сексуальный объект, то отношения развиваться не будут вообще. Либо у мужчины теряет к вам страсть. Конечно же, отношения не развиваются, отношения заканчиваются. Но причина здесь не только в интимной близости. Нужно рассматривать эту проблему со всех сторон. На моем канале есть видео также про секс и про отношения мужчин и женщин, про психологию, как решить ту или иную проблему. Смотрите, вы поймете, о чем я сейчас хочу, собственно говоря, вам рассказать. Страсть, она живет полгода, если делать акцент только на страсти. Эти полгода будут яркими, незабываемыми, но, к сожалению, через полгода любовь куда-то проходит. И воскресить ее будет практически невозможно, если делать только упор именно на интимную близость. Есть другие мастера, они именно называют себя мастерами, которые советуют приворожить мужчину. Либо рассказывает вам, как это сделать, или делают это самостоятельно за деньги. Ну, во-первых, приворот – это порча. Потому что во время приворота в человека подселяется бес. Жизнь с бесом еще никому не приносила счастья. Вот что такое жизнь с бесом? Мужчина меняется в характере, он становится нервным, невменяемым порой. Приворот бьет по двум вещам – по здоровью и по финансам. Вам нужен бедный и больной? Думаю, нет. Также женщины, которые привораживают мужчин, они не могут от этих мужчин забеременеть, либо выносить ребенка или родить здоровое потомство. Также приворот, он недолговечен. В какой-то момент он теряет свою силу, мужчина становится равнодушен к женщине. Это в лучшем случае. В случае в худшем мужчина просто начинает ненавидеть женщину, не может к ней подойти, вообще она его начинает раздражать, и у него идет отторжение к этой женщине, которая его приворожила. Можно, конечно, снова-снова добавлять, но смысла от этого не будет. Мужчина будет становиться еще более невменяемым, у него будет сильно страдать психика, а также будут проблемы с мужским здоровьем. То есть можете сделать из мужчины импотента, вот и все. Если же даже вы приворожили мужчину, предположим, у вас получилось, да, у вас такое какое-то безумное счастье, вы радуетесь, там мужчина на вас там обращает внимание, но как бы, это пока, потом это приводит к очень плачевным результатам. Но бывает так, что вы мужчину приворожили, а ведете себя неправильно, поскольку вы не знаете азов психологии мужской. И мужчина думает, так, я ее люблю, ну, по крайней мере, меня к ней тянет, или она мне очень нравится. Но она ведет себя как дура, и он начинает с собой сопротивляться. Это мучение для самого мужчины, либо он живет женщиной, одновременно любит и ненавидит ее. Нужно прежде всего начинать с себя, не нужно идти простым путем. Заплатил деньги, сделать приворот, думает, все, счастье будет. Также еще другая сторона медали. Если вы строите отношения с мужчиной и только психологическими методами на него воздействуете, меняете себя, но если на этом мужчине есть приворот от другой женщины, либо отворот от вас, или вас закрыли от него как на женщину, пока вы не снимете эту магию, то ничего не получится, никакие психологические техники на него просто не будут действовать. На моем канале также есть видео на эти темы. Как почистить мужчину, себя, как почистить свой дом и так далее. Кроме того, что я специалист по отношениям мужчин и женщин, я знаю много тайн про тонкий мир, много обрядов, безобидных, заметьте, безобидных, я их даю. И я очень хочу, чтобы вы были счастливы, чтобы смотрели канал и всегда мне благодарили. Человеческая благодарность – это всегда хорошо. Что там говорить, правда? Итак, я еще занимаюсь изучением снов. На моем канале вы можете видеть ролики, которые называются «Во сне с Натальей Радомской». Благодаря этим роликам вы можете самостоятельно толковать свои сны. Также вы можете совершенно бесплатно получить мой соник в подарок, написав мне на Viber. Номер вы сейчас видите на своем экране.
Соник не просто Соник, книга «Все о снах», в которую входит Соник на 500 и более символов. Пишите, вам будут отправлены эти книги, поспешите. Также можете получить в подарок 3D-роман «Дороги». Это два литературных персонажа. Присутствует мужской взгляд ситуации, женский взгляд ситуации и мой психологический анализ ситуации и разбор главных героев. То есть вы читаете не просто роман, вы понимаете про мужчин, понимаете много про женщин, сравниваете, и происходит такой объемный эффект 3D. Напишите мне на Viber, эта книга будет вам отослана, подарена. Также я являюсь разработчиком тренингов «Как стать лучшей любовницей для любимого мужчины». Тренинг «Как любить мужчину» называется «Буду любима». Подходит абсолютно всем, кто хочет любить мужчину, вернуть мужчину, создать желанные отношения с тем мужчиной, который у вас есть. Бывает так, что мужчина то есть, то появляется, пропадает. Да, знакомая ситуация. То он рядом, то он не рядом, то мы пишем, не пишем. Непонятно, что у нас за отношения, серьезно, несерьезно. Что с этим надо делать? Это целый курс. Сейчас, кстати, скидка для первых 20 человек, которые обратятся, напишут, оплатят, скидка 50%. Также можете просто обратиться за консультацией. Кстати, на моем канале еще есть видео онлайн-гаданий. Очень интересно, если вы хотите узнать, что вас думает любимый мужчина, что вас с ним ждет, пожалуйста, смотрите онлайн-гадания и будете знать наперед. Будете знать даже не то, что будущее, а настоящее, потому что иной раз трудно разобраться с мужчиной, а что с ним делать, а что он ко мне чувствует. Прежде чем двигаться вперед, нужно понимать, а какие чувства у него на самом деле к вам. Может быть, вы многое придумывали? Может, пора снять розовые очки? А может быть и нет. Может, то, что вы думаете о мужчине, это есть на самом деле. Итак, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, записывайтесь на мои консультации, на мои тренинги. С вами была я, ваша Наташа.